Ну, если что, через Аньку. Она здесь прямо вот ей передает информацию. А сегодня нет, мы найдем. Мы сегодня ментально решили, да, что у нас такая погода, просто насладимся ей без связи. Спасибо. Вот такими простыми словами, одним и коротким, вы будете доносить информацию. Будете тянуться, вы, знаете, как часто говорят, а восприятия нет. Так важно прожить каким образом. У меня пусть идет на фланг, я понимаю, что мне надо проконтролировать угрозу. Я должна занять уже позицию относительно этой угрозы, так, чтобы иметь возможность перехвата. Так, если я не могу идти на перехват, занять самую выгодную позицию для отражения. Я по имени нет. Просто вниз. Кто у вас? Вратарик? Нет. Ну, Валя. Валентина. Валя. 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 Команда? Да. Наденьте мне тогда. Где помогите, Валя? Как? Лево, право. Какая? Лево. Давай, Валя, без разницы? На голову как бы. Так? Да. Он сейчас как неудобно будет, когда он будет слазить и тянуть футболку. Все, спасибо. А, кстати, а мы как мы начинаем? В 4 начинаем? Так хотите? Так хотим? В смысле? Как вы вставляли? 3-5-2. Нам дали задание. 3-5-2. Да, по-моему, так играем. Мы кричим что-нибудь, типа, умницы. Трин красавец. Честно. Вся надежда на тебя от последнего рубежа. Потом Виолетти. Хочу снимать это имя. Я тоже наденьте ее уже. Ну да. Все, отняли, дали поиграть, отняли. Не умеешь, потому что застёги. Вот, все. Аккуратно играйте. Настроение хорошее. Чуть-чуть, пожалуйста. Что нам первый этап? Все у них отлично. Погнали. Сегодня не придираемся, девчонки. Только играйте. Так, все, дистограф просит. Беленький, вернитесь, пожалуйста. Как нам замиксовать? Да, да, да. Приглашайте. Да, можно. Сейчас, дайте секундочку. Ага. Внимание на меня, пожалуйста. Очень близко. Спасибо. Бери на себя, тащи! А вы здесь тоже давайте. Щух, если что, ты кого удалков? Сеня, у тебя защитник, ты по нему играешь. У него нога сильная, правая. Вот. Когда ты ее встречаешь, в центр не пускай. Пусть штрафной будет. Старается опорный. Ничего, ничего, ничего. Пусть забьет. Получаете и дальше. Хочешь сюда играть, хочешь принимай, разворачивай. Поэтому так, более конструктивно начните.
У вас получилось, в принципе. Да, ты будешь удаляться, твой игрок все равно будет на мяче, а ты потом приходишь на развороте и играешь в режим. Ну, в борьбе мы то пару раз просто дали штрафной, мы вроде выбиваем, а выйти никак не можем. Подборы реагируйте. Сейчас у вас преимущество будет при начале атаки. Нет, не было. Я начинаю теперь красную. Начинаю на Оксану начинаю. Сюда, сюда и начинаю бегать. Первое, от нее, от опеки руки. Все ясно? Пошли. Эти девчонки, сейчас забьем, забьем. Окей. Разворот! Пойдет! Пойдет! Еще касание доставки со стандарта. Ну, уже второй год даже забыл. Лиза, там еще были ходы в комбинацию играть. Вали, не дайте сыграть. Оборону кто? Мы потом нарежем моменты. Нет. Я просто постоянно можно, как тебя стреляют. Не знаю. Это были хорошие моменты. 140 проявляют. Она стоит в такой зоне. Она так кулаками вышла, я говорю, так было забавно. Нет, я так целилась, честно, я тебе говорю, мы просто это отрабатываем. Я ему говорю, так было задумано. Мы просто нужно время расставить. Кращай. Должно было удобно. Может быть, в центр больше сместиться, знаешь? Вообще-то мы просто должны были с игроки с игроками выигрывать. Кто-то просто не доиграл, и было бы неплохо.